Швейцария. Расположенная в Центральной Европе, это страна бесчисленных озер, деревушек и высокогорных Альп. Во многих городах сохранились средневековые районы. Среди популярных достопримечательностей этой эпохи – часовая башня в Берне и часовенный деревянный мост в Люцерне. Страна славится своими горнолыжными курортами и пешеходными маршрутами. Банковские и финансовые учреждения играют ведущую роль в экономике страны, а швейцарские часы и шоколад известны во всем мире. Швейцария – одна из немногих стран, сохраняющих милиционный принцип комплектования армии. Служба в вооруженных силах обязательна для всех лиц мужского пола, а ее продолжительность обычно составляет 260 дней, распределенных на 10 лет. На 95% армия формируется призывниками, профессиональные военные составляют около 5% личного состава. Призывной возраст составляет от 18 до 21 года. Годными к службе считаются граждане с 18 до 33 лет. Женщины имеют право служить с 2007 года в кадрах и на контракте. Их доля всего 0,6%. Ежегодный призывной контингент составляет 40-50 тысяч мужчин. Базовое обучение рядовых называется рекрутская школа, занимающая по времени 18-21 недель. Обучение состоит из общевоинской подготовки, своеобразного курса молодого бойца, продолжительностью до 7 недель и последующей подготовки по армейской специальности. Будущие командиры отделений взводов проходят специальные унтер-офицерские кадровые подготовительные курсы. Мобилизационный потенциал Швейцарии составляет почти 1,5 миллиона человек в возрасте от 16 до 49 лет. На действительной службе одновременно находится примерно 20 тысяч человек. Но в случае объявления мобилизации численность армии может быть доведена до 220 тысяч.